И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Сегодня у нас внезапный видеоролик, связанный с обновлением, которое произойдет у нас завтра в игре. Завтра у нас очень решающее и очень такое спорное обновление выходит, которое уже на данный период времени доставляет много вопросов игрокам. Многие уже начинают паниковать, негодовать и думать о том, что будет у нас дальше с завтрашнего дня. Кто еще не читал, кто еще не знает. Я вам сообщаю, что с завтрашнего дня уже все устройства, которые имеются у вас на пушках, будут только в контейнерах. И у вас не будет возможности их просто взять, купить в магазине. Те самые, например, устройства, которые вы хотите на свой аккаунт иметь. Вы будете их выбивать, и шанс там выпадения, как бы вы сами знаете, что не такой большой, и особо большого количества контейнеров, соответственно, у вас также не будет. Поэтому появляются дополнительные вопросики и в плане турниров, и в плане игры вообще в целом, да. Как можно будет играть игрокам, которые будут приходить заново в игру, не имея устройств, что они будут делать. Обо всем по порядку. Наверное, сегодня я уже не буду рассказывать, не буду гореть, не буду бомбить как-то, да, по этому поводу. Ясно, понятно, что у меня тоже есть свое мнение. Не совсем оно позитивное в этом плане. Я уже для себя осознанно и четко понимаю то, что это обновление повлечет за собой, возможно, даже резкий отброс. Ну, не отброс, а можно сказать, покидание игроков из игры, да, как бы многие будут не согласны с этим. Это уже реальный pay to win, просто pay to win, если ты хочешь выигрывать, плати. У меня других, как бы, слов по этому поводу нет. Также с завтрашнего дня появляются новые контейнеры, появляются новые, я так понимаю, устройства на корпуса и плюс правки в характеристиках для пушек. Обо всем по порядку, я думаю, что вы сможете посмотреть и ознакомиться в комментариях. В комментариях я скину ссылочку, да, кто не знает. Вот здесь вот перейдете на очень большое количество пушек. Здесь разные интересные изменения. Просто я не вижу смысла, например, сейчас по каждому здесь проходить. При том раскладе то, что по сути здесь не такое большое количество тех устройств, которые мы с вами используем, да, и если они тут и меняются в каком-то соотношении, то это не такие большие проценты. Самое большое, если я не ошибаюсь, здесь было связанное с тяжелым плазмометом, с твинсом, там на 15% поменялись характеристики полета снарядов твинца. Чуть-чуть апнули на молоте дыхание дракона, да, если тут немножко пройтись. Ну, а так, в общем и целом, там по 5%, где-то по 10% что-то изменилось. Но большинство тех устройств, которые сейчас, ну, очень слабые, да, то есть ни Жигу нашу любимую, ни Вулкан наш любимый сейчас не тронули, ничего не занерфили. Поэтому пушки, на которых мы постоянно играем в матчмейкинговых боях, продолжают нагибать и ни в чем себе, по сути, не уступать. Ну, а что касаемо еще к дополнению к завтрашнему обновлению, могу сказать то, что в про-битвах, в некоторых боях теперь не будет фондов. И это те самые про-битвы, где-то тут написано то, что тут про мультов как бы написано, то, что фонды туда-сюда. И, короче говоря, в обычных про-битвах, в клановых и в форматных боях теперь кристаллов там не будет. Но, если честно, в хоре рельсе там, да, клановых боях, ну, как-то странно. Если честно, клановые бои, мне кажется, вообще никто особо не играет. Но что касаемо форматок, например, тот же там полигончик ЦП, многие играют ХРВР, и теперь в этих форматах не будет кристаллов. Для кого-то это тоже очень любимый формат, и что делать этим ребятам теперь, я, честно говоря, не знаю. Может быть, знаете, как в старые добрые, как на песочке создавали название ХРВР, заходили ребята адекватно и играли. Может быть, сейчас, ну, здесь уже как бы зависит от комьюнити, зависит от ребят, которые будут играть в это все дело. Захотят, будут играть. Ну, а так, конечно, это печаль, беда. Я уже сказал, гореть по этому поводу я сегодня не хочу. Но посылы есть, определенные посылы есть. Объективно, это не те обновления, которые мы с вами ждем. Это, ну, шляпа, просто шляпа. Если сказать вкратце, это шляпа. И, соответственно, сегодня, да, в связи с этими всеми вещами, я мог, конечно, это уже давным-давно все купить. Я мог купить устройства недостающие, которые у меня были в гараже, которые я, например, на данный период времени не имею, да. Но, к сожалению,
или, к счастью, не знаю, я не покупал все устройства. И сегодня, раз уже подошло такое событие, да, хоть и нету там никаких скидок, да, кто-то скажет, я рак, там, нулячий, как всегда, лох, обосрался, надо было просто на скидках 50% все устройства скупить, как сделали многие, но я, как говорится, пожалел, может быть, не покупал те устройства, которые не считал нужным, ну, а сейчас, раз уже пришло такое событие, и то, что мне все устройства придется выбивать из контейнеров, то... На данный период времени я понимаю, что я могу скупить хотя бы все устройства, которые там стоят не такое большое количество кристаллов. И плюс у меня как бы 900 косарей имеется. Я по максимуму попытаюсь докупить прямо сейчас те устройства, которые считаю нужными, либо те устройства, которые не стоят дорого на данный период времени в магазине. Все-таки пока что они за кристаллы, а вот как оно будет вообще двигаться все с контейнеров, я, честно говоря, не знаю. Поэтому... Приступим, 20 косарей, здесь на насосик у меня оставалось устройство, понятное дело, что оно по сути в матчмейкинге сейчас, ну, никакое, да, но 20 тысяч кристаллов это явно не те цифры, чтобы я там сказал, что, блин, дорого, там, я не хочу покупать, или еще что-то, такое же устройство покупаем на фриз, за 90к покупаем устройство на коррозийную смесь, те устройства, которые у меня на фризе по сути не были, но... Смотря на их цену, прямо сейчас я могу сказать, что да, можно купить. И устройство на реакторы на наномассу за 80к мы также покупаем. Внутри пушки у нас теперь уже здесь все полноценные устройства имеются. Это, конечно же, не может не радовать. Дальше у нас появляется молот. Молот здесь у нас за адаптивная перезарядка. Одно устройство, которое, получается, у нас дает плюс выстрел после килла. Если честно, на данный период времени я отлично понимаю, что данное устройство, ну, никак не может нагибать. И то, что оно там стоит 200к, это очень много. На Твинс у меня все устройства имеются. На Рикошет у меня также, я так понимаю, все устройства имеются. Дальше смотрим смоку, что у нас по смоке. По смоке тоже вроде как у нас все было, да? Рик, еще раз перепроверим. Все ли есть? Тут все есть. Тут все тоже у нас есть. Дальше смотрим страйкер. Страйкер, дистанционный подрыв ракет. Интересное устройство, да, на которое я раньше не обращал внимания, но... Сейчас, если останутся криты, мы его тоже купим. Дальше смотрим на вулкан. Что у нас тут с вулканом? С вулканом у нас все устройства имеются. Отлично. С громом устройство 65 кусков стоит. Хорошо, покупаем. Быстренько даже не думаем об этом. Рельса. Что у нас с рельсой? С рельсой. Рельса. За 20 тысяч устройств. Окей, покупаем. 140к. Хорошо, сейчас подумаем, посмотрим. Если кристаллы останутся, то обязательно купим. Миномет. Покупаем данное замечательное устройство. Я вам также, друзья, советую скупить сейчас по максимуму все устройства, если у вас есть кристаллы. Да, может быть, это невыгодно, может быть, вы скажете, там, жаба душит или еще что-то, но лучше, поверьте мне, лучше купить эти устройства. Я даже сейчас на шафта куплю устройство. Хоть и я в голове понимаю, что, ну, шафта, скорее всего, у меня здесь на этом аккаунте не будет, да. Но ради того, чтобы мне потом не падали эти устройства, например, падали устройства, которые будут у нас с корпусами, да, лучше мне пусть устройство с корпусами падает, чем мне будет упадать вот такие вот устройства, которые, по сути, я сегодня могу все взять и просто-напросто купить за кристаллы. Согласитесь со мной, это более разумно и более правильнее, наверное, с точки зрения... Ну, политики, наверное, такой танковой, более экономики, да, как бы. Так, дальше теперь мы смотрим, что у нас остается. На шафт я все купил, при том, что у меня шафт нулевой, просто нулевой. Здесь на гаусс ничего нету. Здесь я все скупил. Что у нас по рельсе? По рельсе за 140к осталось устройство замечательное. Мне, по сути, осталось одно устройство тут, на рельсу, на гром. На гром все есть, хорошо, гром оставим так. Вулкан все есть. Осталось на рельсу, значит, устройство одно. Осталось одно устройство на страйкер. Дистанционный подрыв ракет. Интересное, кстати, устройство, которое когда-то я хотел даже потестировать, посмотреть, но как-то руки до меня не дошли, до этого самого нагибаторского устройства. И похоже, на этом все, да? Я так понимаю. У меня осталось всего два устройства. Три устройства осталось. То есть мне, по сути, надо сейчас на данный период времени 250 тысяч. У меня есть 45 контейнеров, друзья. Но я думаю, что по идее надо открывать контейнер, не? Как вы думаете? Ну и что у нас? Теперь, друзья. Теперь мы смотрим, что у нас имеется по кристаллам. Смотрим обязательно опять внимательно, что у нас имеется по устройствам.
проходим по всем пушкам, видим то, что у нас на молот осталась адаптивная перезарядка за 200 тысяч. Осталось, так, на твинс у нас ничего не осталось, на рикошет у нас также ничего не осталось, на смоку тоже ничего не осталось. Здесь у нас осталось устройство за 200 тысяч, также дистанционный подрыв ракет, здесь ничего, гром, здесь также ничего, рельса, здесь устройство за 140 тысяч, которое мы прямо сейчас покупаем, тем самым больше устройств у нас на рельсу не остается, не купленных я имею в виду. Здесь также все, и гаусс, шафт, даже на шафт, которого у меня по сути нету. Все устройства я прикупил. И остается 200 тысяч. И, к сожалению, одно устройство из двух я скупить не смогу. Но, так как я сказал, что дистанционный подрыв ракет — это интересное устройство, которое я бы даже на данный период времени хотел бы протестировать в матчмейкинге, то обязательно я его прямо сейчас и покупаю. Вот такой вот видос у нас сегодня, друзья, получился. Если он вам понравился, то обязательно не забывайте поддержать его лайком. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Скупайте все устройства, друзья. Обязательно, если вы смотрите этот видеоролик 29 апреля, послушайте меня. Зайдите в гараж, если даже вы там уже выключили компьютер, смотрите поздно видос. Встаньте, купите устройство, чтобы потом не жалеть о том, что они там у вас их не имеются. Вы их не купили или еще что-то печальное будет с этим у вас связано. Просто зайдите, купите все, что вы думаете, что вам надо. Посмотрите там, может быть, видосы, да. Если я вкратце могу сейчас для вас чем-то помочь, то я вам скажу сразу, да. Компактные баллоны, зажигательная смесь, два устройства нажигу. Фриз можете оставить без устройств. На изиду широкополосные, на наботы это два устройства. На молот, слагерь, плюс дыхание дракона, дуплет, ну, по сути, он сейчас не в балансе, поэтому как бы нет. Стабилизированная плазма на твинс, дефолтная, да. Рикошет, берсерк, да, то есть берсерк, дальность, то есть стабилизация минус поле, да, то есть так, смотрим. Дальше, смока, что поджог зажигательный, что крео-снаряды, это хорошее устройство, да, то есть если вам нравится смока, что одно, что второе вы можете прикупить. Если у вас, я повторюсь, если у вас есть кристаллы. На страйкер я не знаю, что здесь сейчас. По сути, страйкер не в балансе, но уран будет, будут апать, он будет опять нагибать. Уран точно можно взять, да. Пулемет, усиленные приводы наводки. Сейчас это устройство реально крутое, но с тем, что меняются устройства на корпуса, зажигательная лента также в балансе. Гром, честно говоря, не знаю, сейчас он тоже там не в балансе, но кувалда всегда раньше была хороша. Подкалиберные снаряды, отключает сплэш урон, то есть если как бы думать немножечко головой, то можно тоже его приобрести. Рельса, дестабилизация 100%, да, и скаут, два устройства, вот, которые вот, ну, вот если нет и играете на рельсе, лучше возьмите. Что касаемо магнума, усиленный лафет, больше я думаю, что вам никаких устройств тут не надо. То есть вот этот усиленный лафет реально купите. Если у вас есть какие-то ограничения по кристаллам, да, то купите его. То есть минимально по популярным устройствам я прошелся. Для тех ребят, которые смотрят, не знают, возможно, да. То есть быстрый, чистый обзор, потому что, ну, вы сами понимаете, времени мало на все это дело. И повторюсь, много кристаллов? Берите все. Берите максимально все. Потом просто пожалеете, и у вас ничего не останется. С вами был мистер Ванька. Как я уже сказал, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Будем думать, друзья. Я думаю, что сейчас с этими новостями будут очень много всяких обзоров. И, возможно, даже по два видеоролика будем в день записывать, обозревать, смотреть, думать. Но это жестко. Это реально жестко. Возможно, совсем скоро начнем негативить. Начнем говорить эту правду матку. Но пока на сегодня все. Всем спасибо, кто его досмотрел, этот видеоролик. Давайте. Не болейте. Покупайте. И будем следить за следующими новостями.